Операцию в стиле «не ждали» провели сегодня сотрудники департамента КНБ по Алматы в офисе видеопортала «Стан.кз». Вместе с группой понятых они пришли в редакцию. Правда, не уточнили, что именно собираются найти в ходе обыска и что, а также на каком основании изъять. Нургали Карабаев рассказывает. Так, остальные я вас попрошу, пожалуйста, вы здесь находитесь. Почему? Потому что следственные действия проводятся, вот присутствующие есть, старший, все. Вот так сегодня рано утром начался обыск в офисе информационного видеопортала «Стан.кз». Обыск, как выяснилось, инициирован в рамках уголовного дела против оппозиционного политика Муратбека Кетебаева, который обвиняется по статье 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проще говоря, это создание и руководство преступной группой или преступным сообществом. Старший следователь по особо важным делам ДКНБ Алматы Александр Щербаков призывает всех к взаимоуважению. Вас я попрошу следственные документы не надо, пожалуйста, снимать. Следственная тайна, давайте чуть-чуть. Друг друга уважать. После краткого инструктажа, в том числе и понятые, которые вместе со следственной группой ждали представителей видеопортала, следователь пригласил пройти внутрь. Так, я сразу всем разъясню, сейчас зайдут только участники следственного действия. Остальных я попрошу остаться. После того, как захлопнулась дверь, сотрудникам стан.кз оставалось только догадываться о том, что и как происходит внутри. По входящей информации, офицеры нацбезопасности изъяли спецтехнику, документацию и электронные носители. Нургали Карабаев, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан.